До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последнім. No i okej, witam się z wami serdecznie. Zaczynamy. Kolejne metro. Соберись, до темноты осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь, по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Обжитое местечко. Повезло нам, Артём. Похоже, схрон местных сталкеров. А где были сталкеры, там? Черт, фильтров маловато. Не. Ну ничего, на наш век хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры братья. А tu filtrów nie ma. O, ale maska jest, jeden filtr. Ile na 5 minut nam starczy, tak? Да, классные у тебя часы. Да. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. Ты, конечно, стрелянный воробей. Ощущаю, что тут что-то намалевали. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Выходим на поверхность. Ого! Вот это да! Слышал я про это место. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь здание, в которое он врезался? Вход на театральную там. А на поверхности то все тает. Прям весна, Артем. Повезет и до лета доживем. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь и обходят. Вон по крылу можно спуститься. Да, недолго солнышко сияло. Как быстро тучами все затянуло. Эх, там кулька. Дождь. Артем, ты когда под... Ты не раз под дождем был. Черт, я, кажется, еще до войны. Обалдеть Że powiem trochę słabo, bo mamy jeden filtr, a musimy się dostać. A to chyba niedaleko w takim razie. Wow, burza. O. Nowa maska, no i gitara. Filtr, jej, amunicja. Dobra. Dawaj na świat wybierać. Пробей служебное помещение. Ну, тут вообще. Окей. Дубльтówka. To mi się przyda. Jezus. Się przestraszyłem. Ale... Mamy. Filtry. No jest... Zaraz chwilę, ja chciałem wymienić. A to... Właśnie. Что случилось? Ты в крови весь. А, дробовик нашел? Хорошая штука, пригодится. Артем, стой, пригнись! Стражи! Огромная стая, видно, от бури бегут. Ох, чую, будет дело. Только тихо, если заметят нас, то взорвут, как пить дать. Так, хиба нас знают. Фух, пронесло. Так, Артем, смотри, чтоб дальше без таких фокусов. Ладно, идем к самолету, пока новых не набежало. Пошли! Слыхал я про это место всякое. Мол, души погибших. Чушь, конечно. Попробую открыть, я прикрою. Заклинило? Давай вместе. Пошла! Так, Артем, место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Widzicie zdjęcie? Przyszło? Półka. Chyba 7 minut mam dodatkowych. Wow. Wow. Странно как-то. Черт, ты тоже видел? Вау, я достаю эскизы. Артем, что это было? Не wiem. Ты chyba czarny? Живые, смотри, они живые! Się od tego małego i daje nam wizję. Tego, co tu się działo? Wow. Wow. Что такое? Это еще что? Черт! Питания нет, двигатели заглохли. Домодедово, борт 767-15. Что за вспышка была? Спроси! Дайте площадку. Черт, нет уже диспетчерской. Падаем! Скорость какая? Электроника вырубилась! Właśnie bomba atomowa. To mózg odpadł gdzieś tam i po prostu macie. Я тоже все фильтры кончу. Артем, спасибо. Если бы не ты, я бы так бы и задохнулся там, как остальные. Как этот вот. Давай убираться отсюда. О. Ile to mi da? 8. Артем, давай направо! Вход должен быть за этим зданием! Сифильд не кончи. Или это нам? Черт! Демон! Срежь его! Когда-нибудь вы, может быть, меня и достанете, но не сегодня! Ну, что я говорил? Умные заразы! А мы уже почти пришли. Готовься! Со второго этажа прут! Kurka, czemu nie przeładowałeś wcześniej? mir am Tanti pomóc. Вход на театральную тут за углом! Побежали! За мной, скорее! Давай сюда! Давай! Руку! Скорее! Сейчас еще набежит! Тут где-то рядом вход! Это что? Черт! Ты смотри, сколько их! Надо предупредить станцию! Скорее! Давай по эскалатору! Скорее! Они не отстают! Скорее! Open the gate! Open the door! Открывайте! Скорее! Окей. Держись! Еще один! Szybciej! Się akcja dzieje. Wow. Ничего так прогулочка получилась, а? Ага. Короткое свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга и обратно в метро спускаемся уже спаянным тандемом. В пустошах иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция, театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпосты красной линии, я буду у своих уже через час. Dobra, no faktycznie jest niedaleko polis. Время такое, сами понимаете. Нам сейчас на подъем. Стражей много? Еле ушли. В доме гнездо, у самолета. Кто-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Ну, что называется, сон в руку. Да. Втроем идти смысла нет. Да, гнездо. Большой группой идти надо. Чистить. Так что? Ну, Артем, наш шанс приобщиться к культуре. Над нами большой театр. Кто из артистов жив, все тут. Дают представление. Со всего метро народ едет. Видно, фашисты к войне готовятся. Okej, czy jesteśmy chyba w niczywone, nie? Сколько раз такое уже было? Но почему именно мы? Начальник сейчас занят, подождите. А расклад у нас такой. Соседняя станция, площадь Революции, наша, красная. От нее до полиса 2 шага. Я договорюсь, тебя пропустят. Мигом у своих будешь. Это о вас только что сообщили? Да, о нас. Отлично, проходите. В общем, Артем, ты погуляй тут пока. Станция и интереснейшая. Я со своими переговорю и найду тебя. Добро пожаловать и хорошо вам отдохнуть. Ну вы же понимаете, мы не можем ждать. Окей. А я что могу? Я ничего не решаю. Ile? Z jednym w spisku minęliśmy, a tak to? Jest, mamy. Nie rozumiem. A my jasne byliśmy też na teatralnej? Na teatralnej? W poprzedniej części? Podajcie последнему театральному критику. Tak, mogliśmy. Podajcie, kto сколько может. Что, молодой человек, клюнули на мою остроумную табличку, а? В этом подземелье каждый нашел себе место. Убийцы и шлюхи, тираны, воры, торгаши – все отлично себя чувствуют. Даже некоторые скверные актеры. А я оказался никому не нужен. Никого. Все мы дышим трухой большого. Эта станция перенаселена призраками оперы. И что? Есть тут место лучшему критику сгинувшей страны? Черта с два. А почему? Никто не любит правду. Я говорю, позорите имя Большого театра. А они мне, теперь Большого — это мы. Им не нужны критики. Им не нужно искусство. Им нужны только бабки. А эти несчастные, которые едут со всего метро в Большой театр, не понимают даже, как их обманывают. Искусство, молодой человек. Говорят, это удел сытых. Но нужно оно и голодным. Когда думаешь о возвышенном, голодные спазмы немного отпускают. Правда, никакого искусства уже 20 лет как нет. Поэтому проблема голода актуальна для меня как никогда. Подайте еще один патрончик, а? Ешь. Спасибо. Значит, есть еще люди в этом мире. А, ну давай, окей. Там, где же все упил. Сидим мы здесь. Светло, тепло, выпивка, а кругом радиация, разруха, смерть и война. И что? Да именно из-за разрухи и смерти театральная и нужна. Не будет тут театра, так только в петлю лезть от безнадеги. Пир во время чумы, значит? И когда ждать гости с косой? Не бы там поменяли мечта, да? Вот только выпьем по одной. Купите билетики на предстоящую неделю. Подарите себе и близким пару часов радости. Не упустите шанс приобрести последний. Она меня хочет пропустить. Эй, коллега, przepraszam. Не, ну, Цхала, что тут сидит? Еще один пришел поплясать на костях цивилизации. Не слушай ты его, парень. Он вечно как выпьет и сам расстроится, и другим настроение паскудит. Выпей лучше. Сразу захорошеет. Да, друг, выпьем. Не проходите мимо. Купите билетики на предстоящую неделю. Если не пройдет курка, но... Алло. Не мувьте мне, что что-то забаговало. Вот и я тоже. Мы же это все. Солнце, колледж. Тогда кто? Stoi jak ten kurka, ciudowa, muszę chyba zestartować. А, нет. Подайте последнему театральному критику. Подайте, кто сколько может. Сидим мы здесь. Кто может? Что, молодой человек? Клюнули на мою островную? Радиация, разруха, смерть. Надо, ну то фактически. Окей, просто у тебя аж слюнки текут. Неужто новенькое чего собачьего? Костя, Костя! Дядь Миш, покажи. Когда вы вернулись? Когда? Где Витя? Почему сразу ко мне не зашел? Ух ты, это же демон! Что есть? 35. Да, нападает! А, Майк, это файне. Надо мог что-то купить в такой вазе. Набои. Окей. Кончилась жизнь. Да и черт с ней, хоть гульнул напоследок. Давай тут обшестка. Может, мы еще испануем. Dostosować. Kulka. Celownik na podczerwień. Метательные ножи! Тихо! Надежно! Смертельно! Może to? jest tutaj nie bardzo, tutaj. Ale nie bardzo widzę, żeby ten dawał coś więcej. Okej, a tutaj... Co tu jest? Celownik. Chociaż ja bym to wymienił sobie na jakiegoś kałacha. Ale widzę, że nie mamy. Kupi i никакие бандиты не страшны. Więc czy sobie coś wymienić? No albo dobra, zostawię w takim razie. Jeśli co, zachodzi. Jakieś filtry czy coś? Dobra. И что? Все, Артем, договорился. Можем идти на революцию. Через театр нас пропустят. От тебя, что ли? Это не тебя наметни жена сковородкой гоняла. Ты еще на перроне прятался. Не смеши народ. Куда? А билеты? Да-да, конечно, проходите. Ладно, Станиславский, если хочешь, посмотри тут, я тебя у гременки подожду. Маэстро Канкан! Trochę niesynchronicznie. Большого театра еще не видела. Несравненно, несравненно. Не знаю даже, как теперь остальным артистам производить впечатление на публику. Впрочем, думаю, они справятся. Переходим к следующему номеру нашей потрясающей программы. Этот а что это вы так редко заходите? Разлюбили нас? Ухватил Бога. Ну как можно, Леночка? Работа просто заела. На днях ждите. Что человек венец творения. Фиг тебе. Свои фильтры. Это разве пудра? А чего тебе твой не дали? А он у нее того. Эконом. Ужасом нашего города. Что, Тёмыч, по бабам оголодал? В метро без женской ласки тяжело. Промозгло, а? Беженцы опять. Одни беженцы. Але! Вот что я тебе скажу, Артём. Вроде идти уже надо, но давай гульнем, раз живы остались. А я угощаю. Але! Спокойно. Прошу. Две фирменных, специально для вас из старого запаса. О, это дело! Давай, Артем, встрогнем! Ух, хорошо пошла. Ай, вообще хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию. Дескать, плохо у нас, и жрать нечего, и расстреливают всех подряд почем зря, и анекдот не рассказать сразу вяжут, и строим все ходим. Стоп, давай-ка еще по одной. Давай, Артем. Так вот, ну да, у нас строго, да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Да, идеология там, все дела. Ну что, порядок зато. У всех еды одинаково, нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. А еще по одной. Ну, за равенство. Давайте. О чем это? Да. Посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызем друг другу глотки, и вся недолго. Так что ты как хочешь, а я красный. Красным, по-моему. Так что давай, за порядок. Давай, Артём, давай! До дна, до дна! Здесь много. Ага. Ну вот и хорошо. Не серчай, Артём. Работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетер, сейчас по чужую сторону баррикад. Коллега. Бойцы, оформите товарища. Есть, товарищ майор. Слушаюсь. Вот ты чую. С возвращением, товарищ майор. Курка. То не шлякует. Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе, на дурацкую присказку о мушкетерах. Я покупываем жачи. Ничего. Мы еще поквитаемся. И статьем-то. Я еще тебя бавил. Зачем Павел заманил меня в ловушку? Dobra, ale myślę w takim razie, że to by mogło być na tyle. Także dzięki serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.